Спасибо вам за службу. Огромный вклад. 65,5% раскрываемости преступлений, 244 расследованных уголовных дела. Таковы результаты работы Одинцовской полиции за первый квартал этого года. Межмуниципальное управление привлекло к уголовной ответственности около 550 лиц. Один из высочайших показателей среди подразделений региона. Нельзя не отметить общее снижение расследования уголовного дела по управлению на 15,3%, которое произошло как по расследованию уголовным делам, в котором следствие обязательно, так и по уголовным делам, предварительное следствие, в котором не обязательно. При этом надо отметить, что данное снижение произошло на фоне общего уменьшения количества регистрации преступлений на 14,2%, как я уже отмечал. На отчете присутствовали главы многих поселений Одинцовского района. Тесное взаимодействие властей с правоохранителями позволяет наиболее эффективно выстраивать работу по поддержанию безопасности. Участие в таких совещаниях оно позволяет всем главам держать руку на пульсе происходящего в целом в своем поселении и в целом видеть картинку в районе. С начала года сотрудники патрульно-постовой службы выявили 92 преступления. Абсолютное большинство из них, 85, уже удалось раскрыть. Одной из наиболее перспективных концепций поддержания общественной безопасности в Одинцовском районе считается программа с похожим названием «Безопасный регион». Она уже несколько месяцев действует на территории муниципалитета. А в 2017 году планируется разместить еще порядка 650 камер в 46 населенных пунктах. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».